Всем привет-привет! Идем со Шкымом за покупками. Хотела наконец-то свой костюм, юбочку. У нас на улице такая солнечная погода. Не знаю, когда вернемся, потому что в планах очень много чего купить. Идем за покупками. И вам покажем обязательно. Так, может, видно меня. Кто-то говорил, что я люблю себя. Вот сейчас полюбила себя последний год. Погода замечательная. Новым годом здесь не пахнет. Зимой так точно. У нас сейчас осень. Осень, настоящая осень. Настроение хорошее, когда солнышко. Когда пасмурно, сегодня звонила в Аланию, моему партнеру, она сказала, у нас дождь, дома сидим. А у нас такая вот вроде бы на одном побережье, да, Средиземное море. Такая разница в погоде. Ашкин держит меня за руку, чтобы я не долбанулась после того случая. Все, поехали, мы сейчас сядем на автобус и поедем. Если что-то будет интересное, ну когда покупаешь... Наверное, вряд ли сниму. Потом сниму вам, когда придем домой. Шли в форум. Посмотрите, какая очередь. Везде очередь, друзья мои. Наш форум. Видите, очередь, очередь. На контроле. Без хэс-кода нас не пропускали. Хорошо, что у меня мы активировали, вот так что проблем нет. Начинаем сейчас, бойнер, весь форум наш. Все светится красиво. Ахшам акадар будет из города. Бен более душу нем. Мы, говорю, до вечера здесь, наверное. Рояль, рояль. Все будет красиво потом. Да. Эвет бойнер и гиризчи. Пойдем мы в бойнер посмотрим. Друзья мои хорошие, я так устала вообще. Вы себе просто не представляете. Задолбались мы Ашкимом, купили только ему в полу. Ашким, города чекарыс и беринджи катан, твист вар. Мне, короче, понравилось. Ашкиму купили куртку. Все ему купили. А мне сейчас здесь в этом, в Наки, купили белую шапку. У меня же есть костюм спортивный Найки. И вот купили белую такую кепочку. Сейчас мы зайдем вот сюда в Аделе. Тоже мне нравится этот магазин. Ну, вот так выглядит. Ашким, бурада гириджес. Аделе. Аделе, Аделе. И мне очень понравилось Випейк Кьюэлл. Такое пальто, полупальто за 1000 с чем-то лир. Ну вот лучше я не нашла. Может, даже вернемся туда. Заходим в следующий. Немножко поснимаю вам. Форум, мои хорошие. Видите, как красиво. Все засветился форум. Идем мы во вторую часть. Кое-что купили. Купила себе две пары ботинок, сапожки и сумочку. Сейчас идем еще посмотрим сюда. Ни наряд не купила. Ашкиму купила на Новый год все, а себе не купила. Но идем во вторую часть. Мудо коллекшн. Интересно, есть здесь что-нибудь хорошее? Вы знаете, что все такое есть, но мне не нравится. Вот. На молодых что-то несерьезное. Одно там присмотрела я. Вот глаза на нем остались. Посмотрим. Наши покупки не заканчиваются. И мадам Куко купила я тоже много чего. Всего такого интересного. Уже время подходит, приближается к закрытию. У нас осталось сколько? Час. И час мы должны успеть еще купить мне пальто. Потому что завтра, послезавтра мне не до этого. Завтра иду на маникюр. Сейчас Мави тоже купила я брюки себе и Ашкему. Джинсы. Еще все понабрала сегодня. Шарфики там, маски набрали. Очень много чего интересного. Посмотрите, как красиво у нас светится.
Сейчас переверну камеру и покажу вам. Вот так вот выглядит внутри. Видите? Людей не так много. Мы так хотим кушать, но не знаю. Разные магазины, марки, бренды. Там наверху уже рестораны. Что-то мой Ашкин потерялся. Зива, да. Так, и что я хочу сказать, вы посмотрите. Все светится, все готовятся, но не так много людей. Вообще надо приходить сюда с утра, чтобы что-то успеть. Не во все магазины заглядываем, уже пропускаю очень многие. Кстати, я Оксу увидела там магазин, туда надо забежать. Посмотрите, сколько у нас пакетов. Вышли с маршрутки со Шкивом и сели здесь, потому что невыносимо нести. Посмотрите. Сейчас камеру переключу, покажу. Столько скамейку мы с ним заполнили. Одну скамейку. Ой, как мы это тащили, вы себе не представляете. Хорошо еще, что пока покупали одни вещи, то оставили в магазине. Я такие себе шмотки купила. Это только мои красивые наряды вообще. Покажу все вам потом. Пришла никакая, и посмотрите, какой ужин приготовила. Но у меня суп был. Пожарила картошку с грибами, салат и вредную еду. Ну а что делать? Вот наши пакеты. Ашкин все тащит, тащит. Что-то сегодня мы разошлись, во всех магазинах побывали. Посмотрите. Хотич. Битердымы? Сейчас будем кушать с ним. Смотрите, не буду прикасаться. Потом вам все покажу. Имейте терпение. Ну что, мы поужинали, а сейчас перейдем к нашим покупочкам. И начнем с этого пакетика. Купила я себе эти чеки. Купила я себе такую шаль. Будет она очень классно смотреться, теплую. Такой цвет у нее, да, красивый. Это в маве, как вы видите. Так. Еще в маве мы купили Ашкиму вот такие джинсы. Последняя модель, я хотела именно такой цвет. Это новый сезон. Без скидок, потому что мы хотели именно такой цвет. Купила я себе такие брюки. Они, видите, такие заужены к низу, потому что я купила себе ботиночки. И как раз к ним будет хорошо. Также в маве я купила себе вот такой свитерок. Вы знаете, что я люблю яркие цвета. Вот. Желтый мне так приглянулся, вообще под эти джинсы будет классно, не так ли? И это все в маме. И еще взяла себе вот такую вот шарфик такой взяла себе. Ну, пригодится. Как говорится, пригодится. Так, что в этом пакетике? Мы зашли в Мадам Куко, кстати. Мы увидели Мадам Куко в форуме. И купили вот такую скатерть. Она золотистым оттенком. Так. Взяли скатерочку. Такую маленькую я себе купила терочку для сыра. Это вообще обожаю этот магазин Мадам Куко. Кстати, там скидки, мы думали, что это намного дороже, а это все палочки такие
аромапалочки. Там скидки, и нам это обошлось все. 50 лир, я даже в шоке была. И взяла вот такие брелки. Хочу один из них подарить Озлем. Ну, еще кому-то. Вот домики такие, видите. Они стоят 25 лир, но со скидками 50%. Так. Еще мы в Маве купили вот такие масочки. Теперь у нас будет стильные со шпилем масочки. Я взяла себе такую джинсовую. Вот такую еще беленькую взяла. А шкему хаки, ну, подвоенная такая. А шкему вот такую взяла. Наконец-то я себе купила в Найке кепку найковскую. Буду вся такая крутая. Наконец-то. У меня же есть найковская форма. Вот. Осталось купить кроссовки, потом к весне куплю. И сумочку, и полный комплект. Вот так понемножку, и получается ножки. Так, сейчас покажу вам полу, что вы купили. Вот такую шапочку купила Ашкем. Мне себе купила вот такой свитерок под джинсы. Вообще прекрасно будет. Посмотрите, тут какие-то яркие цвета. Если на Новый год Ашкему взяла такую сорочку. Очень мне понравилось. Светлых тонов нужно. Будет у меня Ашкемчик красивый на Новый год. Также вот такой свитерок ему. Все у него сине-красное. Зеленая, вот такой вот взяла джемприк. Столько пакетов. Вот такую курточку Ашкему. Смотрите. Очень мне понравилось. И шапочку взяла такую полу. И себе также купила брюки мышиного цвета. Они тоже зауженные к низу, как они лосины. Очень мне подошли. Но цвет такой мышиный. Очень красивый. Так, столько чего. Сейчас надо везде этикетки снимать. Столько дел. Еще купишь. Еще этикетки. Вот. В самом конце я купила себе вот такое красивое пальто. Мы обошли весь форум и выпекьёли. Выпекьёли. Купили соски. Вот выпекьёль. Это знаменитый, известный бренд Мерсине в Турции. Известный бренд Турции. Оно мне очень понравилось, очень. Я лучше не видела. А ну посмотрите, какого. Очень красивое у него фасон. А самое главное, мне понравился вот этот вот мех. И капюшон. Очень красивое пальто, друзья мои, очень. Шикарно, я считаю, шикарно. Так. Это была самая последняя моя покупка, когда мы зашли с этими чемоданами. Они все обалдели. Откуда мы приехали? А я говорю, с Батуми. Так, и самое главное, я в Хотиче. Там же, где я купила себе лето, помните, мне мой муж купил там сумочки.
Вот сейчас я купила себе сумку. Она стоит 1494. Это пальто, кстати, мы его купили со скидкой 1200. Без очков не вижу, сейчас почитаю. Так, его цена 1950, а купила я его за 1000 лир. Скидка. А эта сумка, смотрите, какая красивая сумка. Я выбрала вот такой вот стиль. Томми Белуччи. Кожа. В данный момент она сейчас... Она стоила здесь 2988. Вы представляете? И сейчас она стоит 1494. Обалдеть. По-моему, за 1000 нам дали. То, что мы очень много купили. И обувь там купили в этом магазине. Вот сделали еще скидку нам. 3000 лир. 3000 лир эта сумка стоит в начале, и 1500, и внутри она мне очень понравилась. Сразу видно кожа, много отделов, как мне надо. Вот, посмотрите, много отделов, видите? Все светится, красота. В общем, я такая довольная, вы себе не представляете. И вот так она смотрится. Вот так вот взяла себе наконец-то. Мечта моей жизни была. Томми Белуччи под это пальтишко вообще супер. Мои хорошие, что я еще купила? Я купила себе вот такие вот сапожки. Высокие, до колен. Они замшевые. Замшевые тоже нужно иметь. У меня есть, кстати, коричневые замшевые ботиночки. Вот такие я купила себе сапожки. Уже не помещается, друзья мои. Ничего себе, как аж ты натаскала вот это все. А. Так, это все в Хотиче мы купили, где там сумки продаются и обувь. Так, что я еще себе купила? Вот такие ботинки. Тоже мечтала о такой обуви. Такие ботиночки я себе купила. Ашка, я купил себе две пары обуви. Вот такие ботинки взял. Классические стиль, ну почти классический. Любит он такие. Мурату завтра много придется выбрасывать. И синего цвета такие они. Очень хорошего качества. Темно-темно-синего. Очень теплые. Как я устала, вы не представляетесь. Себе. И самое, вроде бы, да, ходить, выбирать как долго. А так это быстро все. Представляете, мне с вешалками дали. Я была в новом магазине, открыла для себя. Перспектив.
Также мне дали каталог. Каталог дали мне, вручили, так как я очень много купила. Очень красивая одежда, обувь. Смотрите. Очень красивая. Я когда посмотрела на манекене, там на разных фотографиях, посмотрите. И что я купила там? Все дали мне на вешалках. Посмотрите. Все, не буду вам показывать. Увидите на Новый год. Только скажу, что я купила. Вот такое платье обалденное, красивое. Это у меня костюм будет. Вот такую красивую блузку одну, ажурную купила. Очень красивую. Вот такую другую костюмную купила. И вот такую красивую юбку. Так что вот такие вот у нас подарочки. Покупочки, не подарочки. Все очень качественное. Я очень довольна. Сейчас буду все разбирать. Отрывать эти ярлыки. Будем мерить со Шкемом еще раз. Ну, а вам спасибо за просмотр, за то, что вы смотрите меня. С наступающим вас годом. Завтра у нас со Шкемом очень тяжелый день. Наконец-то завтра я сделаю свой маникюр, поменяю. И вечером мы идем. Лем нас пригласила к себе к 4 часам. Надеюсь, я успею в это время. И мы ей отнесем подарки наши. Так что всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки без дизлайки. Пишите комментарии. И до новых встреч. В новом году мы с вами, надеюсь, выйдем в прямой эфир. И пообщаемся.